Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Оценена она $18.50. Это роутер. Роутер Xiaomi. Это, не пугайтесь, это я уже пытался вскрыть ее немного. Вот такой она коробочке. Запечатана. В общем, ломаем этот пенопласт. Вот такая вот записочка специально для меня, Волком Александр. Что-то мне тут китаец написал. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть... Сейчас я надрежу здесь. Коробочка. Коробочка Xiaomi. Вот в такой коробочке. Данный роутер. Коробочка увесистая. Так, ну что сказать. Добирался он сюда довольно-таки быстро. Китаец сначала отправил товар, в смысле, на Алиэкспрессе. Отметил, что товар отправлен. Дал один трек. А потом через дней 5 дал другой трек, который уже отслеживался. Что мы имеем? Блок питания с логотипом Xiaomi. И сам роутер. Вот такая вот книжечка. Все на китайском. Так, коробки больше ничего нет. Китайская скотина обещала положить подарки. Никаких подарков здесь нет. Вот такие вот две антенки с пленочкой. И вот так вот выглядит сам роутер. Даже переходник не положил, сволочь. У меня просто других слов уже нет. Вот это может подарок. Блин. Коробки больше ничего нет. Или вот это, наверное, подарок. Ну вот так вот выглядит этот роутер. Стоимость его $155. Дошло, как я говорил, уже быстро, но отправка получилась очень долгой, так как китаец сначала выдал один трек номер, потом через время, то есть выдал один трек, который не отслеживался, то есть он его не отправил, а так для виду выдал трек номер, а потом уже отправил действительно. И пришла она мне прямо домой, принесли ее. Сзади на коробке вот как будто это DHL, хотя вроде это и не DHL служба.
какая-то экспресс-почта там, как мне курьер говорил, экспресс-почта. Ну, в общем, в принципе, все. Я сделаю обзор на этот роутер обязательно. Разберусь с ним, как он работает. Подключу и сделаю обзор. На этом все. Всем спасибо. Пока.